Деньги за неиспользованные проездные льготники на Камчатке смогут вернуть после снятия режима повышенной готовности, то есть после 31 мая. Об этом сообщили в Краевом министерстве соцразвития и труда. Речь идет обо всех категориях неработающих федеральных и региональных, а также муниципальных льготников, к которым относятся неработающие пенсионеры по старости, школьники и студенты-очники. Из-за режима самоизоляции их проездные на автобусы, курсирующие в Петропавловске, недействительны до 31 мая включительно. Подробнее на сайте Краевого правительства.